Всем привет! С вами Лена. Добро пожаловать в новое видео. Хочу продолжить раскрашивать раскраски из серии Мифографик, купленные мной Fix Price. Скрытые миры я уже начала и раскрасила в прошлом видео слона. В этом видео хочу начать затерянные миры Джозефа Кеттенбенга. Затерянные миры — очень красивая раскраска. Иллюстрации для меня очень запутанные. Думаю, что мне будет сложновато, но все-таки хочу начать эту раскраску вместе с вами. В этой раскраске 34 иллюстрации и 170 предметов, которые необходимо найти. Мне понравилась русалочка с принцем. Снежная королева тоже очень красивая. Золотой город красивый. И ответы, где нужно искать предметы. Я выбрала дерево жизни. Хочу начать эту раскраску с этой иллюстрации. По традиции начну с акварели. Акварель у меня «Белые ночи». В наборе было 24 цвета. Но в пенале оставались пустые места, и я купила цвета, которые сама хотела. Получился набор из 36 цветов. Дерево жизни раскрашиваю в природных цветах. Использую несколько оттенков коричневого. Марс коричневый, сепия, сиена натуральная, умбра. Акварель высохла. Иллюстрацию буду раскрашивать цветными карандашами Кохинур Тритон. Для этого выберу все цветные карандаши с оттенками желтого, коричневого и зеленого. В этом месяце я раскрасила несколько иллюстраций этими карандашами. Перед работой хочу их подточить. Представляете, что произошло? Моя механическая точилка сломала карандаш. Она никогда не ломала даже дешевые карандаши с Fix Price, а Кохинур сломала. Но я достала обломок грифеля и на суперклей приклеила его обратно. Вообще карандаши точились очень странно. Я точила их в первый раз, и точилка слопала по 2 сантиметра от карандаша. Мне кажется, это ненормальным. Раскрашивая затерянные миры, я вспомнила, что в скрытых мирах также есть дерево. Глициния. Хочу ее раскрасить в этом видео вместе с вами. В японской мифологии есть легенда о девушке необычной красоты, с волосами ночью фиолетовыми, а днем синими. Ее красоте завидовали даже богини и наслали на девушку дракона, чтобы тот ее проглотил. Дракон схватил красавицу, унес ее в горы и там расправился с ней. Но после этого дракон превратился в лиану, опоясывающую деревья, и задеревенел. Дракон пытался все вокруг сжечь пламенем из своей пасти.
Но оттуда, как воспоминания о дивных косах красавицы, появлялись лишь прекрасные фиолетовые цветы. Так на свет появилась глициния. Спрятанные предметы раскрашиваю моими любимыми карандашами Берлинго Суперсофт. Цветы и лианы также раскрашиваю цветными карандашами Берлинго Суперсофт. Цветными карандашами Кохинур Тритон буду раскрашивать ствол глицинии. Выберу все оттенки коричневого. Тигр, землистый, вулкан и пустынный желтый. Мне нравятся карандаши Кохинур Тритон. Ими очень удобно сразу одним многоцветным карандашом раскрашивать дерево, древесину и зелень, листву. Золотым акрилом Vista Artista раскрашу волшебную пыльцу. Итак, я закончила иллюстрации, готова показать их вам. Иллюстрация в «Затерянных мирах» далась мне непросто. Мне кажется, это самая трудная иллюстрация в моей жизни. Я очень долго распутывала все, что здесь нарисовано. Так у меня получилось. Результат мне очень нравится, я довольна. Кристаллы раскрашены цветными карандашами и обведены гелевой ручкой. Очень красиво выделяются на фоне рисунка и блестят на солнце. Точки на Божьей коровке добавлены черным акрилом. Безумно красивые иллюстрации в этой книге. Но я буду их раскрашивать не в ближайшее время. Я очень устала от дерева жизни. Пораскрашиваю что-нибудь полегче. И в «Скрытых мирах» добавилась еще одна иллюстрация. Глициния. Такая у меня получилась. Блестящую пыльцу раскрашивала золотым акрилом. На светлячков добавила золотую акварель, золото инков. Очень красиво блестят на солнце. А вот здесь иллюстрации мне нравятся. Думаю, что в ближайшее время что-нибудь еще раскрашу. Возможно, даже вот этих лебедей. Мне очень понравились домики, такие милые, и с удовольствием бы пораскрашивала космическое небо. Вот такими замечательными книгами пополнилась моя коллекция. Такие прекрасные иллюстрации я раскрасила в этих книгах. В целом я довольна покупкой этих раскрасок из Fixed Price. Напишите в комментариях, купили ли вы эти раскраски и собираетесь ли покупать. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Пока!